Очередная группа военнослужащих заключила контракты с Министерством обороны. Как отметили в военкомате, в пункт отбора на военную службу по контракту обращаются люди разных возрастов и профессий. Но всех объединяет желание отдать свой гражданский долг и послужить своей родине. О престиже службы, требованиях к желающим заключить контракт, а также о социальных гарантиях рассказал старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту в городе Черкесске Замир Батчаев. Человек, который решил подписать контракт, должен обратиться в ближайший военный комиссариат по месту жительства, ну, в районе. Там наши инструктора, пункт отбора, есть прикомандированные, которые сопровождают этот кандидата от начала до конца. Там он проходит медкомиссию, формируется личное дело, решаются все необходимые какие-то проблемы, которые уходят на стадии оформления. Там какого-то паспорта не хватает, какого-то там военного билета не выписан. Полностью помогает во всем, оформляет личное дело и после этого отправляет к тому же в Черкесск. Здесь он подписывает контракт, весь необходимый пакет документов, и дальше от нас он уже убывает в войсковую часть. Выплата у нас на данный момент составляет в сумме единовременные 2 миллиона рублей. Также кандидат, который заключил контракт, вместе с выплатами, со всеми довольствиями может заработать год 5 миллионов рублей.